Так, я подготовила презентацию. Сейчас. Ну, в первую очередь, наверное, есть некоторые, кто меня не знает. Я хотела бы про себя рассказать быстро. Потом уже начнем. Презентация. Так, ну у нас уже начался этот челлендж, да? Нет, подождите, это, по-моему, не моя, не та. Это старая была презентация. Значит, у нас уже почти подходит к концу, да, неделя по рилсам. Для начала хотела бы рассказать коротко о себе, кто меня не знает. Ну, со многими я уже как бы знакома, да. У меня более 20 лет опыта преподавания в университете, кандидат технических наук, профессор кафедры информационной технологии в университете Туран, это город Алматы. Мама особенного ребенка, была членом попечительского совета общественного фонда. Сейчас курирую направление по нашему препарату. С декабря 2020 года я вот партнер компании Atomy. За 2 года стала мастером продаж. И мой опыт, например, участия в марафоне нашей компании, структуры, начался именно в июне-июле 2021 года. Там был марафон «Анатомия стройности». И я там, получается, стала победителем. В ноябре-декабре 2021 года у нас был марафон, челлендж по ТикТоку. Там я и участником была, организатором одновременно. Потом в марте 2022 года была соорганизатором 2 марафонов «Синергии» и «Анатомия стройности». Ну и в августе участвовала в месячном челлендже по рилсам. Ну, во-первых, прежде чем дальше продолжить, я вообще хотела бы обратную связь получить от вас, девочки. Сейчас я переключу. Так, а вот. Так, слышу. Так. Вы напишите в чате, пожалуйста, вашу цель от участия в этом челлендже. То есть у кого какая цель? Хотелось бы узнать, услышать. Учимся снимать, Елена, хорошо. Раскрутить Инстаграм Александра, упаковать более-менее профиль, Мадина пишет. Своей фантазии не очень хватает. Увеличить число подписчиков, продвижение в Инсте. Подписчики плюс клиенты. Да, очень классно. Это, да, все это нужно. Например, когда мне Мика предложила, да, этот марафон, ну, написала про него, я тоже загорелась и хотела именно участвовать как участник, да, в первую очередь, потому что я понимаю, что рилсы, да, они очень хороший инструмент для продвижения, тем более он бесплатный, но их надо вот именно научиться красиво, эстетично снимать, да, профессионально, экспертно оформлять, там, чтобы картинки были красивые, чтобы фон был красивый, чтобы шрифты, да, текст и так далее. Я вот, например, когда участвовала в челлендже в августе, да, я хоть и выдержала, да, каждый день снимала, но я, например, от этих рилсов не увидела такого отклика и не пришла целевая аудитория. Ну, я понимаю, что там где-то профиль не упакован до конца, там где-то экспертности нет, где-то качество видео там страдало, ну и так далее. И потом, ну и здесь как бы получается, я уже выступаю и как соорганизатор, там критерии мы с Микой разработали, да, баллы какие и так далее. И я, когда начала проверять ваши первые работы, я поняла, что я как участник уже точно выпадаю, потому что каждую работу проверять, здесь не только мы проверяем же срок, не срок, да, здесь надо именно оценить работу и какие-то баллы поставить. И я уже, получается, первый свой сняла рилс и выпала из этого челленджа, но я понимаю, что
вот тот формат, который Мика предлагает, это очень классно, потому что я вот сколько анализирую, да, рилсы смотрю, у меня пока не приходят вот какие идеи, как я могу адаптировать под Atomy, но Мика прям конкретно расписывает, там берет идею, да, и нам ее расписывает, и нам вот самое главное, как бы вначале, мне кажется, нужно именно повторять. То есть не придумывать что-то свое, а научиться вот это повторять. И именно научиться красиво это все делать. И получается, вот, например, цель моя в первом марафоне, да, «Анатомия стройности», это было не похудеть в первую очередь. Это уже на третьем месте было похудеть. Самое главное мне было в первом марафоне доказать, что я смогу дойти до конца и что я смогу это сделать. Потому что я понимаю, например, в Atomy добивается, да, успеха только те, которые дойдут до конца. Вторая цель, да, была в том моем первом марафоне, это чтобы меня заметили вышестоящие спонсоры. Ну, третье, конечно, было бы хорошо это и похудеть, ну и приятно было бы выиграть, да, и в принципе я и похудела, и выиграла, и как бы все цели я свои достигла. И вот многие просто в течение этой недели мне очень часто писали про баллы, получается, сейчас, извините. Да, у меня там будильник сработал. В течение недели многие писали там, ну, где-то из-за баллов переживали и так далее, да, и я вот хотела бы задать вопрос. Вот как вы думаете, вот если футболисты, да, ой, ну, футболисты, волейболисты и так далее, которые играют, да, и если они вот в течение игры постоянно будут смотреть на это табло, как вы думаете, они выиграют или нет? То есть они будут сфокусированы не на самой игре, а именно на результаты игры. Конечно, все хотят выиграть, да? Конечно, все хотят добиться результата, но я вот думаю, что здесь нам самое главное научиться, да, снимать рилсы, да, научиться это все красиво именно делать. Потому что, я говорю, это очень хороший такой инструмент. Но надо именно правильно это все делать. И получается, здесь, ну, не надо думать вот о этих баллах. Эти баллы это больше, ну, как бы для мотивации, да, ну, чтобы было вам интересно, чтобы была какая-то геймификация. И получается, ну, и приятно будет, да, кто дойдет до конца, кто красиво это все снимет, сделает, и получается, получит, выиграет какие-то подарки. Ну и самое главное, думаю. Вот, критерии, да, какие были. У меня, к сожалению, да, вот в воскресенье так получилось, что я думала, да, тоже в 9 часов я подключилась и уже закончился. Но эти критерии оценки рила, они были уже как бы в этой презентации, которую Мика скидывала. Значит, в первую очередь учитывается свет, потому что когда, ну, темные картинки, да, не очень, это, ну, когда любой человек смотрит, это все равно отталкивает, да, фон потом, очень часто у многих задним фоном, ну, у меня тоже бывает такое, что какие-то лишние посторонние предметы, это тоже очень отталкивает, или, например, фон там, ну, получается, вот для фона тоже надо, оказывается, покупать, ну, какая-то бумага есть специально для фона. То есть, чтобы однотонный фон был, на фоне этой продукции была и так далее. Или если вы интерьер какой-то используете, ну, желательно, чтобы красиво это все было. Качество картинки тоже мы очень часто, я в том числе, забываем протирать перед записью, да. Это, во-первых, потом, ну, бывает иногда тоже от телефона зависит. Потому что я вот сколько замечаю, конечно, на айфоне качество картинки лучше. Текст на самом ролике очень часто, да, вот сколько я смотрела, бывает, что они по размеру слишком большие, да, или слишком мелкий текст, или разноплановый текст, да, где-то большой, где-то мелкий, где-то там разного цвета, например, да, текст там.
бывает, что где-то наклоном, ну и так далее, и где-то вот какие-то ролики смотришь прям, ну красиво, да, смотрится, какие-то ролики смотришь прям, ну слишком много их, где-то за границей выходит и так далее, то есть это тоже один из критериев, по которым мы оценим. Ну, субтитры, если говорить, у нас пока этого не было, но здесь мы как бы смотрели вот именно на музыку. Призыв к действию на самом ролике тоже не у всех есть этот призыв. То есть, ну, как бы описание, ну, какие-то слова есть, текст есть, а в конце видео нету какого-то призыва, потому что люди, ну, как бы они должны понимать, что им делать дальше, да, то есть обязательно вот на самом виде должен быть призыв к действию. Ну и потом хорошее описание рила тоже должно быть, потому что не очень, очень часто многие, даже иногда бывает, что вообще без описания рил публикуют, да, кто-то прям полное описание товара, да, делает, или даже про себя, когда делали, да, вы экспертный рил, ну, личный бренд, да, там некоторые прямо расписали, некоторые там коротко написали. Ну и также в этом описании рила нужно именно призыв какой-то, ну, к действию, да, что подписчику вашему надо делать. Ну и очень часто бывало, что использовали не ту музыку, то есть не по заданию. Ну, теперь что дальше? Ну, вот эти тоже были все критерии озвучены, да, там сколько баллов там получается. В срок 1 балл учитывается. Если получается, вы на второй день сдаете, я еще их смотрю, но поняла, что все-таки надо день-день, потому что когда накапливается, это очень много. Но уже когда, вот, например, если первый день и уже идет третий день, кто-то скидывает за первый день, то эти рилсы я не просматриваю. Получается, потому что уже времени нету, ну и как бы прошло именно только если вы опоздание идет на сутки. Ну и, конечно, когда идеальный вариант это 4 балла, там, ну, меньше, меньше, и так самое минимальное это именно за сам рил 1 балл, ну и еще если вы срок сдаете, в принципе, где-то 2 балла вы получаете. Вот так. Ну, у нас получилось, что 14, если рилсов будет за 2 недели, то это 70 баллов вы получите за один зум. Но если будет, ну, первый зум мы не учитываем, да, так как у нас там из-за времени получилось, вот этот зум будет учитываться 5 баллов, если присутствуете, и этот. Ну, кто-то, если предупредил, то, соответственно, вы запись смотрите и в течение суток как бы уведомляете, что вы просмотрели там. И получается тоже 5 баллов. Если кто не смог и не предупредил, они тоже в течение суток смотрят и получают 3 балла. Но общее количество получается 75 баллов. Если у нас будет еще какой-то зум, то, соответственно, добавится количество баллов. Потом была информация, что надо было именно информацию скинуть, получается, по шаблону, да, ну, там где-то. С кем-то я в личку потом переписывалась, да, кто-то вот часовую разницу с Алматы не указал, то есть все указывали там GMT, там плюс 3, 6 и так далее, то есть, ну, это получается, я вот в часовых поясах, честно говоря, тоже немножко путаюсь, плюс-минус у меня с этим тоже проблема, и мне, например, было непонятно, да, вот когда скидывали там плюс 4, плюс этот и так далее, и пришлось с каждым в личку писать, да. То есть, ну, сразу изначально была информация, что надо именно с Алматы. То есть, ну, в интернете надо было вам посмотреть, зайти и этот, скинуть информацию. То есть идет плюс-минус, плюс, ну и на сколько часов. И потом обязательно сейчас, когда вы скидываете, например, ну, это, в принципе, я как бы не баллы не снижала за это, но пришлось, скажем, с кем-то в личке пообщаться. Сейчас вот, например, когда скидывают информацию по рилам, да, рилсам, тоже не всегда указывают фамилию. То есть убедительно просьба ко всем, указывайте фамилию. То есть вот, например, написали Хатуна, да, я когда только начинаю, вас 90 человек, я, например, по фамилии вас не помню, да, и мне, ну, у меня упорядоченный список по фамилии, то есть мне легче, конечно, по фамилии вас найти, и этот, ну, там другие тоже есть какие-то, например, имена одинаковые, да, и, соответственно, я вначале там, у кого это первый раз увидела, 0,5 баллов отняла, потом уже не стала, но как бы это тоже старайтесь делать, ну, правильно. Так, и теперь, так, нет, это следующее. Так, что-то я не туда.
И теперь хотела показать именно работы, какие были. Так, сейчас я по ссылке смогу или нет? Нет, по ссылке не смогу сейчас. Escape сделаю. Вообще все, ну, сразу видно, да, кто там прям этот выходит, да, вот когда мне понравилось, был про личный бренд, там прям некоторые вышли, там оделись красиво, да, специально выбрали место там и пошли, сфотографировались. У кого-то, конечно, где-то в силу чего-то не было, да, этой возможности, например, делать. Так, ну вот, например, вот этот рил. Так, сейчас подождите. Сейчас, минутку. Сейчас. А, так, Тут все. Надежда пишет. Ну вот, Надежда как раз протворил. А, Хотела мне сказать. Надежда. Ну, я когда начала просматривать, те, кто попались, которые я проверяла, те и получается, вы попались под. Ну, вот ее, например, 4 балла я этот рил оценила. И, например. Okay, let's see here. Love it, love it, love it, love it, love it, love. Здесь это, ну, как бы красиво, да, получилось. И этот, ну, вот мне, например, что не Okay, let's понравилось, вот эти see черные полосы here. были. Love it, love it, love it, love it, love it, love. И, ну, Okay, и let's. как бы в конце, ну, не было такого призыва к действию. Ну, как бы ежедневный уход, ну, и что с этого, да? То есть, ну, как бы в конце видео я вот поняла, что надо всегда, ну, то есть подписываться, да, на ваш аккаунт или там еще, ну, очень часто там читай подробнее, ну, именно призыв какой-то делай. Ну, и вот эти черные полосы, они тоже, у меня тоже в начале, и, ну, иногда, наверное, и сейчас бывает, что тоже неполная картинка, и они не очень красиво смотрятся. А так, в принципе, да, хорошее вот описание, как бы все есть. И именно не просто она, Надежда, да, привела, что из 6 средств, но она прямо еще как бы описала, да, что она делает. Ну, и здесь вот как раз тоже в описании у нее есть призыв, да, к действию, то есть для бесплатной регистрации, консультации пишите в личку. Потому что очень часто вот, ну, как бы не пишут про это тоже. Так, теперь следующий рил. Я, наверное, точно экспертом стану. Теперь вот надо самой научиться. Но это тоже я поняла, что это все в действии. То есть чем больше, чаще ты будешь это делать, и как бы. Okay, let's see here. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Вот здесь, например, мне, ну, не знаю, может быть, кому-то фон, как бы, да, ну, нормальный, для меня он как-то не очень, да, показался вот этот фон именно, да. И тоже здесь вот картинка, она получается не полностью. Ну, хотя вроде бы подходит, да, по цвету, по цветовой гамме, но все равно мне кажется это. Ну, и также здесь не было призыва к действию. А потом здесь я вот, например, ну, то есть здесь вот идея была же, чтобы поставить, да, камеру, и получается, чтобы эти товары, они появлялись, да, чтобы картинка вот не шаталась. У меня тоже очень часто бывает, что я поставлю, и, ну, не получается, да, вот так прям ровно снять, чтобы действительно вот как эта техника, не знаю, как называется, ну, чтобы Ну, вот, штатив. вот так. Да, нет, именно А, стоп-моушен, как. стоп-моушен. Да, стоп-моушен, да. У некоторых вот видно, что вот как-то, ну, то так, где разжали камеру. И мне кажется, это тоже когда отталкивает, да? Вот. Okay, let's see here. Love it, love it, love it, Да, love вот it, здесь, love it, видите, love it, немножко вот love it. так, да, было как-то из-за этого. Получается, здесь чуть ниже даже баллов, 3 балла. Ну и также, да, эти не было призыва к действию и так далее. И тоже обрезанный был Да, рил. обрезаны, да, вот они, потому что тоже они, ну, сейчас вот. Вообще, вот у нас есть в этом Атоме, да, Маргарита, да, Федотова. Вот она, тогда я помню, где-то у нее в сторисе, что ли, читала, что она говорила.
ну, как бы она вот начала развивать свой Инстаграм, и потом вот пришли рилсы, и она вот начала, у нее, потому что очень хорошие, да, просмотры на ее рилсах, но видно вот по ее этим видео, да, что она качественно, красиво там снимает и так далее, то есть очень много можно, ну, и команда растет, соответственно, клиенты появляются, потому что они в этот раз кушоны, когда она показывала вот эти, да, со скидкой, они, по-моему, 500, что ли, штук кушонов заказали свой этот, как его, в центр у них, ну, там потом они, по-моему, по Казахстану их. В чате подсказывают, у Инны, да, призыв в посте есть. Это не А, считается? есть, а именно на видео тоже нету. Да, вот здесь Александра получается Значит, вот у Александра музыка не та, да, получается. Потом вот эта мишура, мне еще в прошлом году говорили, что это уже антитренд, да. Потом вот, например, очень часто я вижу да, на видео, когда фотографируем, вот этот логотип телефонов. То есть он тоже, ну, как бы не очень смотрится. Или когда вы монтируете видео в иншоте там, или в других редакторах, тоже это остается, их тоже надо убирать. Получается. Также вот здесь, видите, картинка тоже обрезанная. И получается, ну, вот таким образом. Значит, вот это как бы 2 балла было оценено, да. Музыка нет, нет призыва. Этот, у кого-то в описании есть, у кого-то на видео нету. Ну, то есть, мне кажется, все-таки надо и в видео вставлять призыв к действию, да, и в описании тоже призыв к действию. Ну, Да, почему? Это потому что описание вообще мало кто читает. Поэтому если на ролике есть призыв, то ну, с большей вероятностью прочитает ваше описание. Так, и вот здесь. Okay, let's see here. Love it, love it, love it, love it. Ну вот этот ролик, хотя вот здесь я вижу, да, есть кольцевая лампа, но мне он, в принципе, понравился, да, и я как бы оценила его в 5 баллов. Ну, здесь вот видно, как бы красиво, все эстетично сделали, и вот шрифт, да, Okay, здесь. let's see here. Love it, love it, love it, love it. Хотя тоже, да, в конце нету такого призыва действия, но здесь есть этот. То есть вот таким образом. Александр спрашивает, обязательно музыка, которая вился? Да. Максимально мы копируем то, что шаблон, да, мы скидываем. Пример максимально копируем. Потому что этот пример, он взят с интересного. И у вас тоже будет обязательно хороший результат, именно если все скопировать полностью, и музыку, и идею. То есть пока свое творчество, да, можно уже, ну, креатив проявлять после рил, после челленджа, а сейчас пока максимально брать идеи, которые мы ей даем. Да, вот у нас у Александры Ким, да, можете подписаться на ее страничку. Вот у нее, да, очень такой этот экспертный блог. И по Инстаграму она у нас, получается, одна из сильных, да, атамианок. Получается, ну, я тоже вот считаю, что ты пока учишься, нужно именно повторять вначале, то есть пытаться делать. А потом, когда у тебя уже глаз будет насмотренный, да, и ты уже сам будешь, когда смотреть другие какие-то рилсы, и будешь какую-то идею придумывать, и уже будешь сам снимать. Ну, именно, да, в плане челленджа, мне кажется, ну, мы стараемся, да, повторить вот то, что Мика скидывает, какие у нас задания. Так, давайте почитаем чат. Так. Движение, подписчики, клиенты, да, вот все очень классно, движуха, да, вот Альфия, мне тоже нравится то, что здесь. А, еще хотела один момент сказать, этот,
про лайки, да, кто-то там начал писать, и а там кто-то комментирует, потому что кто-то говорит, я кого-то комментирую, кто-то меня не комментирует и так далее. То есть лайки мы не проверяем, это как бы, ну, мы для друг друга делаем, да, и, ну, надо понимать, что лайки вы делаете, и вы как бы исходящий делаете, да, не то, что вас пролайкали, а именно вы там, ну, и не только лайки говорят, да, надо, чтобы, если Инстаграм учитывал, надо, желательно комментарии, да, написать, не именно смайлики, а слова какие-то там, даже из 3 слов, да, то есть, ну, делайте, да, исходящие от себя, не, ну, конечно, надо друг друга лайкать, да, комментировать, то есть, ну, получается, мы в команде должны друг друга поддерживать, но даже если нас не поддержали, ну, как бы это их дело, да, это их право. И я благодарна тем партнерам, которые вот это объясняют, да, про это пишут, говорят там, потому что иногда у Мики нету времени, у меня нету, да, времени там где-то ответить, и вот другие партнеры, это как бы не входит в их обязанности, но они там подсказывают, да, вот с этим крестиком у кого-то были постоянно проблемы, там с фото они высылают, они прям им писали, подсказывали и так далее. То есть очень благодарна этим женщинам, участницам. Так. Да, и насчет баллов, да, не переживайте, получайте удовольствие от этого процесса, от нашего челленджа, от съемок, да, и с баллами будет все нормально. Научиться правильно преподносить продукт сюда, раскрутить свою страницу. Да, обязательно нам всем надо раскрутить свою страницу, потому что только через соцсети можно строить мотивацию, снимать, да. Ну вот Елена пишет, с прошлого раза поняла, что многие видосы я бы сама точно снимать не стала. В прошлом челлендже были танцы волна. Помню-то. Да, научиться снимать, увеличить подписчиков. Да, дисциплина это само собой, потому что надо. В рилсах, да, надо, чтобы. Ну и вообще контент всегда должен быть систематический, да. Учусь всему, была далека от Инстаграма, всего хорошо, да, вот самое главное, что вы учитесь, регулярность, ничего лучше. Так, за баллы, да, вот Татьяна правильно написала, Ким Татьяна, да, кто переживает за баллы, он смещает свой фокус не туда. Мы в первую очередь для себя это делаем, чтобы раскачать свой личный бренд. Да, я вот полностью с Татьяной согласна, и она вот у меня с первого дня, она меня в сторисе, да, отмечает. Ну, то есть я вот вижу, про сторис, хотя и был критерий, но когда я начала проверять, уже сутки прошли, я уже увидела, что я не смогу в этот. И мы как бы это убрали, да, этот критерий, но вот Татьяна, я помню с первого раза, она меня прям отмечает, и я как бы ее смотрю. То есть, да, не надо переживать за баллы, самое главное, снимайте качественно, рилсы, там все замечания учитывайте. Вот, видите, смотрите, кто-то написал, Надежда, да, Ким, опоздала на вебинар, так как мне написали по сегодняшнему рилсу, девушка из Киргизии хочет зарегистрироваться. То есть, видите, уже есть результаты. То есть, самое главное, чтобы к нам приходили люди, чтобы они хотели зарегистрировать, попробовать продукцию и так далее. То есть, вот этот же результат мы хотим получить. Опоздание у нас, ну, Владимиром, Анна. Ну вот, да, Анна Тен, я не помню, что вы предупреждали нас про это. Так, а как убрать черные полосы? Черные полосы. Так. Ну, это надо смотреть, где вы этот редактируете, как делаете. То есть иногда бывает, смотрите, например, я очень часто не знала, что у меня. Когда я снимаю фото, у меня стоял этот шаблон не тот съемки, да, этот фотографии. То есть надо выбирать именно для рилсов, по-моему, 9 на 16. То есть у меня всегда было обрезано. И я тоже, когда публиковала, у меня тоже такие были. А потом вот, когда я прошла обучение, и мне как раз вот Александра Ким сказала, что надо выбрать именно при фотографировании именно вот этот формат. Я точно посмотрю, могу вам потом написать. Потому что, чтобы фото уже изначально было, например, вот этого формата. Потому что если вы когда снимаете фото, оно у вас другое, и вы начинаете редактировать в каком-то редакторе, оно у вас вставляется, и, соответственно, у вас оно не полностью получается, а вот и вот эти черные полосы у вас получаются. Писала призыв.
Ну, пост это отдельно идет описание рилса, а призыв к действию это тоже другой критерий именно на видео. То есть это два разных критерия. Нет, это было отдельно, Татьяна, этот критерий. Так, ну про Александру сказали, да, вот правильно, Мадина, поддержка друг друга лайками. А, да, давайте я покажу баллы же, я ваши не показала. Самое главное. Так, сейчас. Самое главное же я ваши баллы. Так, баллы еще у вас до конца нету, я из-за этого их не выставляла. Сейчас я третий день допроверяю сегодня, а и завтра буду остальные дни, потому что уже глаз замыливается проверять. Так, челлендж рился. Общие баллы нету пока, но я, в принципе, могу вот так вам сказать, что вот я, как бы, что я проверяю, чтобы вы не думали, что мы не проверяем. Да, вот здесь есть вот люди, которые вначале начали, второй, третий день пока нету. То есть, видите, я, получается, баллы ставлю, и я прям комментарий каждому этому пишу. То есть, у кого-то там свет, например, да, фон, там качество картинки и так далее. То есть, я вот прям это все каждому, видите, вот эти желтые треугольнички, да, вверху, это прям были надписи. То есть вначале я по критериям прям первый день писала, а сейчас я уже больше пишу, где какие-то замечания. То есть там где-то не по заданию и так далее. То есть, видите, получается здесь вот все. Ну вот 87 участников, получается, у нас, да, было. На первый день 57 участников видео скинули. Второй день 43, но еще вот в третий день, сейчас я до конца проверю, скорее всего, там некоторые, которые во второй день. Ну и сейчас вот третий день 30 участников. Ну там еще есть, которые осталось проверить. Ну где-то в среднем, наверное, у нас 40 участников участвуют. Так, придется менять. Так. Всегда будет, да, вот от Самсунга всегда будет качество, да, вот право, Татьяна, потому что Инстаграм под iPhone заточен. Да, я тоже хочу поменять, выбрать правильный, да, вот правильный формат. Ну, не обязательно. Если Samsung... сейчас, не знаю, как меня слышно. Сейчас, минуточку. Нет, да, и на Samsung можно тоже снимать красиво. Да, это просто от модели зависит. Если телефон старенький, вот здесь вот проблема. А так, если нормальный, то есть современный телефон, то его тоже можно снимать. Там просто нюансы нужно знать, чтобы не обрезано было, чтобы текст не потел, не полез, да, не туда, куда нужно. В общем, да. Поэтому Samsung тоже можно работать. Но лично я взяла iPhone для работы в Инстаграме. Просто посмотреть разницу и посмотреть, как удобнее. Но единственный минус iPhone, это, наверное, что, ну, вообще привыкать сложно, когда ты на Samsung привык поработать. iPhone, что там разный интерфейс, и еще он тяжелый. iPhone прям очень тяжелый. Вот такая же камера была у меня на Samsung, он был такой легкий, да, как перышко от iPhone, там очень тяжело для работы, тяжеловато. Поэтому здесь смотрите. Но есть такое, да, что Instagram — это американская компания, и в Америке используют iPhone в основном. Но не обязательно, что все американцы, они только на iPhone. Большой процент на Android. Просто да, какие-то вещи быстрее делаются на айфонах. Ну так и Samsung. Вот здесь написала Тамара Ли, что у кого Samsung, в настройках камеры нужно убрать галочку с HDR, чтобы улучшить качество. Надо посмотреть, что это за этот в настройках. Я даже не знала.
Так, Наталья написала, замечание мы можем где-то видеть. Ну, замечание вы не можете видеть, но если вы в личку напишите, по одному видео я могу, в принципе, вам скинуть замечание. Ну, не по всем, но по каким-то, да. Ну, чтобы вы этот, как бы знали. А, и в айфоне нужно убирать. Ну да, в принципе, у всех, да, такие были замечания, этот, да, светом, шрифтом, ну и так далее. Спасибо, да, Мадина. Мадина тоже меня отмечает, и вижу ваши работы. Да, девочки, если есть какие-то сложности, да, там где-то что-то у кого-то не получается, если кто-то что-то знает, ну, как бы подсказывайте друг другу там, как, что там, потому что есть разного уровня здесь у партнера. Вот кто-то написал, что вы на меня внимание не обращаете, я здесь, говорит, больше как наблюдатель, например, да. Ну, кто-то, например, хочет, но они не могут в силу своих возможностей. Но я говорю, не стесняйтесь, спрашивайте, где надо, подскажем и это поможем. Вот, Мадина, молодец. Да. Александре пошла на обучение. Спасибо большое, Екатерина. Это да, действительно очень большой труд. Ну, давайте перейдем сейчас к вашим аккаунтам и вашим работам. Напишите, чьи аккаунты разобрать и сразу рилсы посмотрим, какие уже есть. А потому что время позднее, да, вот у Надежды, кто в Корее, особенно сейчас уже ближе к полночи. Так, Тамара Ли, вот Киар, да, тоже у нас Тамара, Дислайф, редактор. Так, это что за аккаунт? Помню такой. Пока Мика открывайте. Там вот кто-то мне скидывал, ой, ну, кто-то в Телеграме скидывал ссылку, а я почему-то не могла проходить. Почему-то он вход требует. Я вот, то ли с телефона надо зайти, с телефона, и у меня он на зарядке был, я не пробовала. Ну вот по некоторым я сразу проваливаюсь, да, по ссылке, а вот у кого-то именно не один, несколько рилсов я не могла зайти на нее. По-моему, ее сейчас нету в эфире. Так, Тома поменяла, получается, название, да? То есть раньше Проколи было, вот что-то такое. Лайф-редактор. Ну, необычное название, но я все-таки за то, чтобы в название аккаунта ставить имя свое. Мы в Томе скачиваем свой личный бренд. И аватарка классная, да, сразу лицо запоминается. И личный бренд качается. Но вот когда в аккаунте можно поставить, да, название по своему желанию, но просто имейте в виду, что когда имя, оно работает лучше. Да, или тогда в строке указать имя, потому что, да, непонятно, кто здесь стоит. Так, здесь смотрим онлайн Global Business. А на английском написано самая главная строчка. Вот это самая главная строчка для Инстаграма. Ни рил, ни посты наши, ни сторисы, они не так важны, как вот эта поисковая строчка. То есть это обязательное здесь. Увеличили еще, было раньше 30, теперь 64 символа можно поставить здесь. Для чего? Для чего? Чтобы вас находили в поисковике. Вот здесь есть search, да, поиск, и там вы можете находить, ну вот, например, хотите найти в своем городе парикмахер или в своем городе найти того, кто занимается тортиками. В общем, в этой строчке мы пишем, как вы хотели бы, чтобы вас нашли. И обычно что пишут в поисковике, чтобы вы появились, чтобы на вас. Иногда мне пишут, вы первое, да, кого мы увидели в Инстаграме. Видимо, в этой строчке поисковой я написала все правильно для того, чтобы меня нашли. Вот эту строчку онлайн Global Business
Возможно, кто-то найдет англоязычный. Вот кто на английском пишет эти слова, они могут и найти. Ну, или по-русски, да, написать онлайн-бизнес. Но обычно про Atomy это заходит через продукт. Поэтому здесь самое популярное – это написать корейская косметика. Имя сюда свое не пишем, потому что нас по имени не ищут, да? Вы можете имя написать либо в аккаунте, либо уже в био. Здесь вот ниже, где здесь. Поэтому эту строчку, самую важную, самую нужную для бизнеса, для того, чтобы нас нашли, очень продумайте. Ее можно менять два раза в 14 дней, два раза в полмесяца. То есть перед тем, как отправлять эту ссылку, публиковать эту строчку, вам нужно ее в блокноте записать и как она смотрится там. Все ли верно, нет ли ошибки, потому что вы не сможете исправить, если там с ошибкой опубликовали. Поэтому пишем сначала в блокноте, можно большими буквами сразу все написать, и потом просто скопировать и вставить в эту строчку. Посмотрите, чтобы там было 64 символа. Увеличили специально. Классно, что увеличили эту строчку. Это такая новость, которую не многие знают, для того, чтобы как раз побольше туда текст написать, побольше своих услуг, вот что вы предлагаете, чтобы нас находили по этой строчке. Поэтому Тома, вот прям эту строчку нужно по-русски написать, да? Раньше тоже я искала партнеров, делала английский контент, искала партнеров с разных стран, именно, ну вот кто были по-английски говорит, кто там, ну в общем, пыталась работать. Но сейчас поняла, что самый лучший способ это находить русскоязычных в разных странах. То есть у нас больше понимания друг друга, у нас больше доверия, а доверие самое главное в нашем бизнесе. Поэтому самое главное, мне кажется, да, находить тех, кто по-русски говорит, просто в разных странах, а дальше уже они могут и находить других в бизнес регистрировать. Так, далее. Онлайн заработки без вложений. Вот насчет вот этих вот смайликов. Мне кажется, можно убрать, потому что вот справа. Ой, куда я нажала? Да. А, я нажала на топлинк. Вот, здесь в Европе, да, раньше был аккаунт. Так, сейчас я выберу. Так, можно убрать, потому что, ну, тоже так, мне кажется, уже старомодно выглядят вот эти смайлики. Без них, потому что уже есть смайлики в конце. Онлайн заработок без вложений. Твоя взлетная начинается здесь. Можно оставить, да, жду. И, мне кажется, еще месяца несколько слов, может быть, даже строчка в месяц в био, не оставляйте то, что можно написать, нужно прям записывать, все вместить в эти строчки, потому что это наше первое впечатление, да, для клиента, для партнера о нас. И чем больше информации про себя вы здесь напишите, о чем этот блог, о чем вы рассказываете, сторис, о чем reels, тем лучше. То есть такие сильные стороны, почему на вас нужно подписаться. Вот это био играет эту роль. И классно, что био можно менять постоянно. То есть нет такого, как в поисковой строчке, два раза в 14 дней. Так, есть. Да, классно. Вот призыв к действию активный, да? Можно только один смайлик оставить. Вот жду и одну стрелочку, чтобы вместить еще символы. Да? То есть эти два символа, они как тоже, ну, место занимают. Поэтому можно еще строчку вместить про себя, дома. Меня зовут, вот, например, там нету, да, нигде, как зовут, откуда, в какой стране, потому что это тоже важно, когда партнер думает, кому пойти, все равно играет местоположение лидера. То, что ну, как зовут, чтобы узнать, как обращаться к вам. То есть это все тоже пишем в био, не в поисковую строчку. Так, и view, да, наши. Это по челленджу.
Да, это очень что? Очень новогодняя тема. Хорошее описание сразу с целями. Видишь, вона – это не для всех, да, это только для тех, кто в Корее. То есть здесь, поэтому нужно в био обязательно указать, что ты из Кореи. Но на будущее, чтобы не ограничиваться, да, то есть как Кореи, можно и в долларах там написать примерную стоимость рядом с вонами, потому что вонами у многих могут пугать. Это непонятная валюта для многих, поэтому в долларах тоже. Ну, очень аппетитный Рил. Тут вот, и видно, что мамочка, да, в декрете сразу, ну, Рилом вот так, это очень классно. Можно показать вообще свою жизнь, да, то есть найти с точки соприкосновения с аудиторией, то есть завоевать доверие через наш контент, как и через сторис. Так. Ох, классно. Такой динамичный, да? Марио получился. Так. Вот если здесь у меня показывается, что обрезанное, что, возможно, у вас ну, на телефоне по-другому. Вот, например, у Надежды мы говорили, да, что был обрезанный рил, но я зашла к Надежде в Инстаграме, и там не было обрезки. У меня. Не знаю, почему так. Поэтому сейчас я посмотрю. Через телефон, если зайти. Так, это видео про вечерний уход. Да, не обрезанное. Обрезанное видео. Так, здесь, ну, красивый новогодний фон. Классно. И текст тоже классный, очень нравится. Очень хорошо видно его, да? Потом его можно использовать для обложки. Кстати, про обложку мы не говорили с вами, но это тоже очень важный момент. Если на обложке есть текст крупно написан, то больше вероятности на него зайдут, чем если это будет просто фото или фрагмент ролика. Поэтому хороший крупный текст, да. Вот, например, если просто фото, да? Интересно зайти, вот как узнать, кто этот человек за этим аккаунтом, но с большей вероятностью зайдут вот на рил с текстом. Потому что когда есть текст, тогда ты уже точно знаешь, о чем это, ну, как бы это экономит тебе время. Поэтому про текст не забываю. Так, ну давайте посмотрим еще аккаунты. У нас на очереди. Джейлан Елена. Прям так называется, да, аккаунт? Джейлан, кстати, кто не знает, Джей это в Турции. Си это Джей. Джейлан. Так, а вот то же самое, Елена. В этой строчке не пишем свое имя, фамилию. В этой строчке пишем все, что угодно, да? Как вы хотите вас найти? Что такое Атоми? Можно написать корейская косметика, витамины, БАДы можно. Но, мне кажется, витамины более популярное слово. Витамины. Я написала у себя витамины. Что еще можно написать? Онлайн, интернет-магазин можно написать, бизнес, бизнес-декрете, бизнес Турции, да, вот, Лена, ты из Турции, это очень интересно для аудитории, и это нужно использовать, да. То есть я не вижу нигде, что написано, что ты из Турции. И вот этот момент тоже, что фамилия Джейла, но, ну, вот ты через Си написала, только Турции, туркам будет понятно, что это Джейлан, а все будут остальные читать Цейлан, например, да, или, ну, потому что блок русскоязычный, и для русскоязычного нужно адаптироваться, нужно менять на ZH, да,
получится. А, нет, Джей, Джей. На Джей можно переделать. Джейла. Ну, чтобы правильно читали фамилию. А, так, здесь меняем С на Джей. Здесь меняем поисковую строчку. Фото, наверное, лучше без очков. Потому что очки, ну, все равно закрывают нам пол лица. Лучше фото поставить. Улыбка классная, солнце, свет очень хороший на фото, да, качество хорошей фотографии. Только вот глазки свои красивые нужно показать. Тамара пишет, спасибо большое за разбор на успех. Так, здесь теперь его почитаем. Люблю кайфу от продукции Atomy. Давай к нам. Handmade с любовью в каждой деятельности. Моя рабочая страничка. Так, и YouTube-канал. Да, YouTube-канал можно ставить. Ну, мне кажется, WhatsApp лучше поставить. Или мультисоку. А почему? Потому что, ну, сразу пойдет общение с человеком. То есть это какой-то, ну, получается, как барьер. Вот когда на YouTube вы ставите ссылку, они зайдут на ваш YouTube, ну, посмотрят один ролик, и все, как бы, да, и забудут, что хотели вам написать, хотели спросить про бизнес, поэтому здесь ставим WhatsApp. Так, как это смотрится в телефоне? Сейчас я посмотрю, потому что у меня, ну, на, здесь вот сейчас смотрится... Так, да, Лена, красивее, когда все по строчкам. То есть делать первая строчка, да, люблю и кайфую от продукции Atomy. Следующая, давай к нам. Это уже одна строчка, да, получается. Следующую уже нужно опять вниз уводить. Когда мы в био пишем собачку и название аккаунта, она не кликабельная ссылка. Поэтому можно убирать. Не нажимается. Можно в актуальном, например, там оставить эту ссылочку или пост сделать и закрепить. Тогда будет кликабельная ссылка. А так это, ну, когда не, ну, не можешь кликнуть, ну, люди с меньшей вероятностью зайдут. Хотя вот, нет, нет, правильно. Здесь вот заходит. Именно с браузера, когда заходишь, а вот на телефоне не заходит. Так, можно укоротить, да, про рабочую страничку. Можно написать рабочая страничка и вот, вот так. Ну, если хочется оставить, чтобы по названию находили, вбивали. А вот здесь вторую строчку тоже... Можно продумать еще. Давай к нам. Можно так, а можно что-то еще про себя написать. Вот про Турцию, да? Потому что это вот кто живет за рубежом, это очень интересно. Пользуемся этим моментом и пишем, например, красивый бизнес в Турции, да, что-нибудь такое. Или в Анталии сразу более понятно. Например, в поисковой строчке написать Турция, а здесь уже написать красивый бизнес в Анталии. Так, так, релей, да, у нас? Вот смотри, Лен, я зашла на твою страничку с телефона, у меня там обрезанная вот обложка рил. В ленте вот слово «настроение» начинается. То есть этот момент тоже нужно продумывать заранее, чтобы не было такой обрезки. Потому что в ленте, когда обрезанная обложка, ну, текст обрезан, смотрите не очень. То есть вряд ли кто-то зайдет на обрезанную обложку. А здесь в браузере да, просто все больше выглядит. И, а, нет, вот что я имею в виду. Вот в ленте у нас обрезанная обложка, да, то есть это нужно менять, придется поменять весь рил,
Ну, потому что уже сама лента, да, это хуже смотрится. Обложку, когда мы делаем рил, он там нас спрашивает, как будет выглядеть ваша обложка в рил и как будет выглядеть ваша обложка в ленте. Там, где лента, нажимаем, и там можно выбрать квадратик, который вы хотите, чтобы был в ленте. И там можно выбрать так, чтобы, ну, ничего не обрезалось, да, вот чтобы текст был виден. Но здесь текст очень крупный. Можно сделать его меньше, тогда месяца все в этот квадратик. Так. Здесь вот текст вместился, да? А текст можно ровненько ставить. Так лучше выглядит, мне кажется. Ровненько текст, без угла. Вот как здесь, как поддержать иммунитет. Так легче читается. Так, ну, дочь, конечно, сладкая. Невозможно, да, тоже не поставить лайк. И в описании, да, есть доступный к заказу с корейского сайта. Можно не писать доступный к заказу с корейского сайта, можно написать, я помогу заказать вам омегу, да. Ну, потому что вот клиент приходит у нас со стороны и не понимает, о чем идет речь. Мы все адаптируем под клиентов. Угу. Ну, получается, да, Орел про Омегу-3. Классно. Так, здесь у нас... А, вот, вот здесь тоже фото, обложка получилась... Так, обложка получилась, ну, вот, мне кажется, заменить лучше здесь обложку. Это получается фрагмент из рила, да, отрывок. Можно... Рил дает такую возможность, что можно поставить обложку из галереи, то есть заранее подготовить обложку и там аппетитно рамен картинку поставить, и текст можно написать полезный и вкусный рамен такой что-нибудь, да, чтобы ну, с большей вероятностью нас зашли. Так, поэтому, Лен, вот такие комментарии. Давайте дальше. Так, а, Сармен, да, мы уже смотрели, но давайте посмотрим по рилам. Так, сторис есть, фото, класс. Сармен и Томми, тоже название такое запоминается. Сармен — это фамилия Мадины. Вот здесь Мадина пишет, Мадина. А здесь еще можно дописать, да, Мадина? Поисковую строчку дописать еще несколько. Корейская косметика, можно витамины добавить слово. Ну, что еще можно? Турцию, Анталии, прямо здесь можно написать. Ну, в общем, я за то, чтобы эту строчку максимально использовать. Так. Магнитная мама, энтузиаст по жизни, присоединяйся, пиши. Так, по рилам смотрим, здесь все хорошо. Так, как это смотрится? А, вот в ленте это смотрится вот так, да? Вот здесь вот тоже непонятно, о чем рил, и просто туда не зайдут, да, если такая обложка. А, это вот здесь видно только. Поэтому как, вот здесь видно, что это розыгрыш продукции от Атоми, да? А здесь не видно в ленте, и это очень сильно портит нашу ленту. Поэтому здесь была такая опция, чтобы... Вот этот квадратик можно сделать вверх, выше, поднять. Или лучше другой фрагмент этого ролика поставить, чтобы, ну, нам ленту не портило. Либо можно убрать с ленты этот ролик, оставить в Reels. Он здесь будет, там не будет. Можно так, да, чтобы ленту не портить.
Так, и вот здесь тоже непонятно о чем. Где у нас текст? Здесь он есть, да? Он ниже. Поэтому то же самое. То есть этот квадратик мы вниз вот так вот тянем, чтобы было видно текст, видно, о чем этот рил. То есть здесь вот чуть-чуть, ну, тоже обрезалось. Чуть-чуть, если ниже сделал, то уже будет понятнее. Так. А, вот этот ролик, да? Это задание. Прям Мадина решила полностью скопировать, что здорово. Потому что мы как бы копируем идею поначалу, пока мы учимся, мы копируем. И для того, чтобы тоже добиться максимальных результатов от этого ролика. Так. А здесь про новогоднюю тематику. Да, здесь в текст, в принципе, ну, я бы добавила все равно всегда. Мне нравится текст с текстом обложки. Поэтому стоит везде тоже ставить текст, чтобы зашли на наш рил, поставили лайки. Но, в принципе, из картинки уже понятно, да, что про Новый год встречу. Так, далее. Санду писала нам про то, что телефон, да? Санд о том. Критерий есть делать качественное фото, но можно его делать и с телефоном, ну, не новым телефоном. Вот здесь вот классно в поисковой строчке, прям вот бьем по целевой аудитории, да, бьем, чтобы на нас нашли косметика, а то не основная. Можно еще добавить корейская, потому что тоже часто ищут именно корейскую. Астана, можно Казахстан добавить, чтобы не только, да, Астану взять, но еще и всю страну. Что еще? Ну, в общем, подумайте, что вместится. А то, что большими буквами, классно. Мне вот нравится, когда вот здесь вот большими буквами. Дальше. Лучшая корейская косметика, витамин БАДы. Это вот сюда нужно поставить. Сюда. А здесь тогда эту строчку заменим на информацию про себя. Вот чем вы отличаетесь от других страничек, от других партнеров от Тони. Что мамочка, да, что еще можно написать. Ну, можно вот личный, да, там, ну, по профессии можно даже, да, если кто-то писал у нас из авиации, да, в отъемки. Ну, в общем, здесь подумайте, да, что такое личное, почему оно нужно, тоже чтобы вызвать доверие, чтобы захотелось подписаться, остаться у вас на страничке. Вот эту строчку заменяем, это вверх, а сюда про себя, бизнес с Атоми, обучение. Обучение, бизнес, вот это интересно, да, потому что многие ищут у меня обучение. Слово бизнес вот здесь повторяется, лучше убрать. Консультация по подбору продукции и сразу WhatsApp. Угу. Да, вот не хватает что-то вот лично про вас, Санду. Хочется узнать о вас подробнее. Так, фотка вообще очень крутая. Классная фото. Так, и по релам. Так. Это у нас 4 часа назад. Это не по заданию, да? Давайте посмотрим именно по заданию. Вот про Новый год. Обрезанное получилось. Это уже сразу обрезанные, к сожалению. Фото, они, ну, меньше охвата получают. То есть, ну, вот как Катя говорила, да, нужно так настроить телефон, чтобы
максимально. Там можно выбрать формат, в котором идет фото. Но здесь я вижу, что уже готовые были фотографии, просто вставили, да? Но в Reels есть такое, что не нужно прям вот всю информацию в одном реле делать. Нужно, можно кусочек показать, но красиво это сделать, да? Кусочек красиво оформлен, можно даже на 5 секунд показать один фрагмент, но вот вкусно, чтобы захотелось пересмотреть, во-первых, а во-вторых, заказать, подписаться и так далее. Так, отлично. Это про баны, да? Ага. Так, хороший текст. Так. Вот такая обложка, да, получилась. Можно обложку с текстом, да, чтобы было понятно. Вот иммунитет. Иммунитет. Иммунитет можно оставить. В общем, хорошо. Работаем дальше. Да, здесь Сандову посмотрите, чтобы не было без обрезки. Далее. Анна Брешева, скоро час ночи. Аккаунт прям так и называется, да, Брешева Анна? Ага, ну вот тоже Брешева Анна, можно точку поставить между фамилией и именем, чтобы ну, было понятно, как читать. Потому что вот АА смотрится так тяжеловато для понимания. Фото классное, можно даже поближе лицо, ну потому что тень, да, падает на лицо здесь, можно поближе, и чтобы без тени. То есть, ну, чтобы мы нас запоминали. А здесь то же самое, Аня, меняем на поисковую строчку. А здесь вот что за... А, вот здесь больше, да, по атоме. Угу. Хорошо, кстати, что на личной странице есть вот такая кликабельная ссылка, чтобы перейти на рабочую страницу. Кстати, вот этот логотип, он уже не актуален. Мне кажется, если нравится, можно, в принципе, оставить. Но просто, чтобы вы знали, уже логотип у нас есть дискредит. Так, Анна, корейская косметика Atomy. Да, Анна можно убрать, потому что везде уже есть, да, уже есть в названии аккаунт. Анна, просто чтобы сохранить количество символов, добавить что-то еще. Корейская косметика Atomy. Откуда вы, Аня? С какого города, с какой страны, что бы вот искали. Потому что ищут, да, корейская косметика, например, Москва. Так, премиум по самой низкой цене в мире, красота и здоровье с Кореи, регистрируйся, покупай. Тоже мне не хватает вот про себя, про Аню. Что-то личное, да. Так, и вот здесь вот ссылочка. Я так понимаю, что это мультисылка, да? Ну, в общем, хорошо. Нажмем сюда. И можно, в принципе, убрать три восклицательных знака, можно оставить только вот этот символ. Так. Здесь фото, кстати, хорошее. Видно лицо и светлое, никакой тени нет. Так, здесь вот текст хорошо видно, что здорово. Но вот здесь одинаковый фон. Да, то есть, когда смотришь со стороны, кажется, что это одинаковый рим. И как-то даже, ну, и, а, это и есть одинаковый, да? Это, или это разные, одна обложка, а разные идеи. Да, разные идеи получается. Но лучше менять, делать фон хотя бы разный, текст можно оставить. Заголовок такой же, но фон менять. Потому что на один рил нажмут, а на второй, но подумают, что это одно и то же, и не забыть.
Так, есть. Вот здесь вот, да, хорошо текст видно. Вот здесь у нас задание про карусель, да? Классно. Единственное, здесь вот этот фоторум у нас осталось водяной знак. Он плохо смотрится. Иншо, да, там остается или другие названия. Вот эти лучше убирать. Это либо платную версию можно брать. У фоторума есть платная версия, когда можно, ну, делать фотки без водяного знака, либо делать скринш, сделать фоторуме. Я так делаю до покупки фоторума. Делала в фоторуме фото, чуть-чуть меньше. Текст сделала, скриншот делала. То есть скриншот у нас обрезает до водяного знака и уже потом ставите в ленту. То есть это чтобы не покупать и не было водяного знака. Просто понимаете, что так как вы обрезаете вот до сюда, чтобы текст вместился. За что, а то не будет платить тебе. Ну, кстати, такая очень клиентоориентированная заголовок. Клиентоориентированный, интересный, потому что когда мы пишем ориентированный на клиента, на партнера, то больше шансов, да, что он прочитает и напишет вам. Потому что вы объясняете здесь, типа, какая польза будет от этого поста. Так, за то, что ты пользуешься продукцией, то, что ты любишь, что заботишься, что делишься информацией. Классно. И фото тоже классно здесь. А вот здесь вот обложку нужно пересмотреть, да, потому что тоже получается фрагмент обрезанный из рил. Можно вот текст тоже нужно ровненько. Криво уже не актуально, когда не смотрится ровненько текст. И вот когда цвета мы разные используем, можно, в принципе, да, цвета разные использовать. Но вот, чтобы они были ровнее. Так, на обложке получается у нас без текста, да? Мои любимые средства на каждый день. Вот этот фрагмент можно, вот эту обложку можно поставить. Мои любимые средства. То есть выше сделать квадратик, вот этот, когда мы, ну, про который я говорила, да? Если это про этот квадратик непонятно, я могу прям показать. Где это смотреть, как это делать. Это вот когда уже публикуешь свой рил, ну, перед текст, когда ставишь, там есть опция, как это будет выглядеть в ленте. Поднимаете, и там видно текст. Так, давайте еще Лика Лохинова. Тоже смотрели, да, в прошлый раз? Так, давайте сразу к рилам. Вот здесь видно текст, что здорово, что это экономит время. Аудитории не сразу знают, о чем этот рил, и с большей вероятностью на него зайдут. Да? Классные обложки. Вот единственное, там, где обо мне, из-за того, что там лес, да, там не видно. Вот здесь поэтому я так думаю, что вот так с такой желтым обрамлением тоже можно здесь. Так. Ну, очень красиво. Я знаю, что девочки специально выехали в лес с пикником, вот все подготовили заранее и поснимали или снимали контент. Очень классно. Сразу с ценами. Классно. Здесь. Угу, текст классно, хорошо видно. Ну, все супер. Молодец, Лика. Так, Анна, да, мы уже посмотрели. Александра. Есть 23.08, Александра.
Так, Александр. Вот. Ну, Саш, нужно менять название аккаунта. Очень длинный. И там ты видела, да, что пока я искала, тоже есть уже Александра 2308. Ну, чтобы... Вообще цифры, мне кажется, ну, можно убрать. Цифры — это больше в личном аккаунте они смотрятся. А в бизнес-аккаунте нам нужно, ну, такое название интересное сделать, чтобы запоминалось. Там, Александра, Уфа, да, я знаю, что Саша называется Уфы. Александра Уфа, потому что сразу понятно, откуда, и ну, так запоминается. Здесь обязательно нужно поменять название, потому что больше выглядит как личный аккаунт, когда нету совсем био, ну, или совсем мало био. В актуальном добавить больше про Atomy. Ну, если это именно аккаунт, это же про Atomy аккаунт, да. В актуальном нужно добавить про продукцию, про бизнес. То есть, ну, потому что с первого взгляда кажется, что это личный аккаунт, да, когда везде только фото. И похожие фото в одном ракурсе. Так, а вот здесь вот хорошо. Текст виден. Обложки классные. 5 фактов обо мне. Здесь Саша, получается, другую поставила музыку, да? Саш, прекрасно выглядишь, но мне кажется, лучше это записывать на улице. На улице при солнечном свете прям очень хорошо. И также водяной знак, да, это как-то убирается, чтобы не было водяного знака. Это вот на фотках Redmi делает. Я думаю, что это можно убрать. Так, вот как здесь, например, да, фон очень красивый, на крышу выйти можно, да, вот как девочки в лес поехали, то есть фон тоже важен, где вы фотоетесь, где вы видео снимаете. Классная фотография здесь, но опять пошли обрезанные фотографии с водяным знаком, да, тоже. И вот, ну, про этот рил уже говорила Катя. Так, Буденцу Кончикова. Здесь, да, Буденцу Кончикова в названии и в описании тоже Буденцу Кончикова. Ну, как бы вы сами у себя крадете место драгоценное. Потому что если уже есть по названию аккаунта, тоже нас находит. Поэтому здесь используйте эту строчку для поиска. Так, здесь мы что смотрим? Рилы, да? Я помню, что мы смотрели уже эту страничку. А здесь я нигде не вижу текста. Текст про что это рил. Вот очень мне не хватает его. Да, здесь тоже, да, у нас идет обрезка, вот видите, с по сторонам. Это тоже в редакторе. Можно выбирать холст, да, если это иншот. А если другое приложение, тоже ну, там меняется формат. Так. Ну, классное вот это движение. Красиво очень. А, единственное, вот оранжевый фон смотрится тяжеловато. Лучше белый, серый, бежевый, вот они хорошо смотрятся. А свет все отлично. И да, актерская игра прям шикарно. А здесь есть у нас описание, первый челлендж. Лучше защита.
Да, здесь в описании можно побольше написать про этот солнцезащитный крем. Чем он лучше, чем он отличается, цена. Можно это все написать здесь. И, ну, чтобы уже пошли продажи. Так, далее. Нефтекамск. Так, Наташ, можно, наверное, тебе поставить свое фото, потому что вы с мужем, мужа не видно, да, на роликах, больше ты работаешь в Атоме, поэтому, наверное, можно уже обновить фото, вот в голубой футболочке, например, здесь вот классно, хороший свет. Будет более современным. Ну, то есть, потому что этой обложке уже сколько? Год-два. Можно уже пора обновлять аватарку и поставь себя. Вот здесь вот, ну, например, с этой фотосессии, если есть фоточки, было бы классно. И вот этот вот голубой фон уже, мне кажется, теряет актуальность, как думаете? Ну, мне кажется, что уже это раньше было актуально, а сейчас уже ну, чем естественнее, тем лучше. Вот просто вот тот же фон вот здесь, как здесь, ну, в центре получается, да, можно сделать и поставить на аватарку. А то Нефтекамск тоже мы теряем драгоценное место в поисковой строчке. Уже название есть аккаунт Нефтекамск. То же самое информация здесь пишем, да, ну, как мы говорили до этого, корейская косметика и так далее. Меня зовут Наталья, Sales Master пишется Sales, если по-английски писать. Регистрируйся по ссылке, лови подарок. Вот это интересно. Какой же подарок я получу, да? Если зарегистрируюсь, то есть, ну, классно. Но анкету заполняю сейчас менее, реже, чем раньше. Раньше вот так активно заполняли анкету у нас, например, а сейчас, когда мы ставим анкету, мало кто регистрируется. Лучше через топлинк поставить анкету. То есть сначала, чтобы узнали информацию, там был и WhatsApp, и другие ссылочки, и потом анкета. Так с большей вероятностью просто у тебя зарегуется. Либо WhatsApp, да, чтобы сначала начать общение, а потом уже предложить клиенту или партнеру зарегистрироваться. Так, рилы. Вот здесь тоже текста не хватает, да? О чем этот рил? Вот как здесь хорошо. Вот как выбрать тональный крем для лица? 6 правил. Сразу хочется нажать. То есть видно, что человек поработал над этим рил. То есть здесь есть что посмотреть. Ну, то есть это более как экспертный рил, да, получается. Хочется поизучать. Так, к сожалению, последние сообщения пока не могу почитать, но вы напишите, потом почитаем, разберем. Так, ну один раз посмотрим. Вот здесь текст убежал больше вправо, да? И все белое, и текст белый тоже получился, да? Можно поставить текст черный. Ничего страшного, что зайдет на продукцию, все равно все видно. Так. У нас еще карты. Анна Атоми Эксперт. Анна Тен. Ага. Так, Анна Тен, да, тоже вот здесь вот меняем строчку. Про уход Томми, вдохновляемый серию, блог мамы в бизнесе. Вот блог мамы в бизнесе такой вот личный, да? Личная информация, интересно. Вот мне как мамочке тоже сразу как будто, ну, сразу в доверие. У меня больше к Ане, если вот со стороны прихожу и вижу эту строчку. И по всем вопросам, да? Интересная идея, актуальна. И тоже вот очень красивый текст. Заголовки. Так, смотрится в Рио. Ну, видно, что Аня эксперт. Да? На самом деле, очень делает все красиво, качественно.
Ну, это вообще классно. Как так, Аня, ты делаешь, что всплывают у тебя фоточки в каком-нибудь редакторе? Я так не умею. Очень красиво, очень круто. Какие-то меня не помню. Вот это сделан, вот эти все видео сделаны дома, а это в центре, да? Не в центре, а в филиале. В головном офисе, да? Поэтому, когда в главном офисе снимаете прям контент, снимаете себя, чтобы потом эти ролики использовать, вот как они. Классно. Ну вот, можно у Ани поучиться, как делать вилы. Вот 5 фактов обо мне. А вот здесь вот не хватает 5 фактов обо мне, да, этого текста. Ну, супер. Классно. Мы идем. А вот такие динамичные, да, вот когда мы идем, это динамичность дает нашему реву. И когда динамики, это очень интересно, и вот прям хочется досмотреть до конца. Почему? Вы видите, ну, интересно столько людей, которые идут. Куда-то все идут. Так, дальше. А, ну все, да, все странички посмотрели? Супер. Теперь я почитаю чат. Так, спасибо большое. Покажу всем это легко. Да, все верно. В офисе Атоми Узбекистанцы. Да, делаю нарезки, фото, видео в красивых местах. Классно. Ну, это вообще супер. Для Reels это очень полезно. Раньше мы делали только фотосессию, да? Фотолись это на разных местах. Помните, где красиво, мы фотолись сразу. Сейчас нужно и фототься, и видео еще снимать. Еще и в нужном формате. Да, Лена еще написала. У тебя прям так называется, да? Аккаунт. Название аккаунта. Лена, напиши, пожалуйста, сейчас. Так. Да, вот кто написал аккаунт, разбираем очень быстренько. Сейчас пока чат быстро еще посмотрю. Может, пропустила. Анна Гришин, чтобы посмотреть свою статистику, нужно что-то правильно выбрать, какие-то критерии. А свою статистику нет, просто в Reel заходите, и там есть статистика. Так, вот Анцу пишет, не смогла изменить, на Facebook отправляет. Да, нужно разобраться, потому что с Facebook у нас есть связь. Так, Мадина пишет, что это классно, разбор страниц, Мика, спасибо большое. Так, да. Так, Мунире тоже написала свой аккаунт. Хорошо, посмотрим. Мунире и Лена, да? А, Диляра еще получилось. Хорошо. Мика, я можно тоже выйду? У нас сейчас Да, трудно. конечно. Да, спасибо, Катя. Очень классно. Кто пропустил, обязательно посмотрите в записи, где Катя рассказывает про критерии оценки. Всем до свидания, спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, Саша пишет, не всегда есть возможность выехать на природу, чтобы кто-то снимал. Да, вот если нет, то кто снимал, но вам нужен штатив обязательно для будущего. Потому что когда в нашем бизнесе особенно важно, чтобы у нас кто-то снимал, то есть был кадр, не как мы себя снимаем, да, селфи, а как кто-то нас снимает, и это может сделать за вас штатив, если нет, ну, человека нет. Штатив такой, смотрите, чтобы он вот так вот весь рост вставал, да? Вот такие сейчас разные штативы бывают. Так. Роман Елена, давайте так посмотрим. Вместе, да, ведете, если аккаунт, то можно, да, поставить. Потому что фото классное, света, фон белый, очень красиво смотрится. Так, здесь вот чуть-чуть сложновато читается название аккаунта, но, в принципе, можно привыкнуть, да, Роман, Елена. Можно точки поставить. А, или вот такая идея, да, что Роман, дальше уже Анна. А, нет, можно, да? Роман. Елена. А то можно так?
лидера, да, мастера продаж бизнеса. Тоже вот ранг, они не ищут обычно в поисковике. Можно эту информацию убрать сюда, в био. Вот это вот онлайн-бизнес-красота, мы наоборот в эту строчку, в поисковую строчку ставим. А пишите WhatsApp у нас через WH, да, пишется? Вот как... Да, название здесь нужно чуть-чуть. Вот, кстати, вот название. WhatsApp. Где H сюда нужно добавить. И вот тоже смайлики количество убираем. То есть можно оставить только один смайлик на строчку. То смотрится многовато. И вот уже пошли сами Reels. Елена писала, что она делает обложки в Canva, да, если не ошибаюсь. Тоже очень классно смотрится. Очень так профессионально. Так. И смотрите, еще вот здесь есть водяной знак от Елены, чтобы просто, ну, есть такое, да, такая практика у атамианцев. Кто не хочет делать свой контент, они берут, копируют прям вот, берут себе чужие работы. Чтобы от этого немножко защититься, мы ставим свой водяной знак. Классный рил, все супер, классный фон. Ну, вот тоже у нас эксперт Елена. Тоже актерская игра, супер. Супер, все классно. Да, только вот поработать над названием и над био. Так, Мунире, да, еще писала. Почему мы работаем над разбором аккаунтов тоже? Потому что важно, да, что потому что мы так много сил тратим на рил, чтобы зашли еще на аккаунт, подписались и не отписывались. То есть это делает наш аккаунт, ну, первое впечатление тоже здесь. Очень классное фото профиля, классное название аккаунта. Ну, единственное, я прошу, наверное, Мунире, потом Атоми. Мунире Атоми. Свое имя оставить сначала, а потом Атоми. Ну, потому что так вот личный бренд лучше работает. Так запоминается сразу. А, это Мунире. Ну, вот так. Так, здесь корейская косметика и здесь корейская косметика. Убираем, да, вот отсюда корейская косметика. Можно вот корейское слово убрать, оставить вот такую вот косметику, которая не оставит равнодушной. Потому что у нас женщины обычно пользуются, женский род, да, ставят. Или с личным опытом, красота в любую точку мира. Так, ну еще какая-то строчка вместится, можно еще написать. Например, пиши мне сюда, да, вот уже такой призыв к действию. И вот дальше будет ссылочка. Так, где у нас ри? Тоже не хватает вот текста, заголовков на этих ри. Они здесь есть, да? Вот здесь вот этот вот текст тоже можно вот прям обложку поставить, потому что видно, что это у нас обложка другая, да, просто фото из галереи, а рил вот здесь с текстом идет. Поэтому кажется, что можно прям вот фрагмент из рила с текстом взять на обложку. Потому что отличается, да, но тут здесь тоже фото новогодней темы видно, но если будет еще название, будет еще интереснее. Так, здесь вот про подарок, да, это не входит в наш челлендж. А, вот здесь челлендж.
Здесь вот этот фрагмент можно было взять на обложку мира. Потому что здесь непонятно, да, из фото, о чем мы говорим. Так, и все, все аккаунты мы посмотрели. Или кого-то пропустили. Диляра, Атоми. Так. Так, Атома вопрос. Сможете сделать обзор на штатив, кольцевую лампу, свет, фон и на все штучки, которые нужны для съемки? Очень был полезный интерес. Хорошо. Сделаем то, что у нас есть. Хорошо. Там, спасибо за идею. А, Вега, да? Вега и Диляра. Диляра, Атоми. Ну, кстати, есть уже такой аккаунт Diliara Atomy, diliara.atomy, да? Так, Atomy. Atomy, вот не обязательно писать на разных языках, потому что поисковик уже найдет, если написать и так. Поэтому можно убрать один Atomy. А так как в названии аккаунта написано Atomy по-английски, можно вот этот Atomy убрать. Сразу, ну, можно даже по-русски убрать, все равно с поисковик уже не идет. Корейский интернет-магазин оставляю, вот про косметику можно, про витамины сюда добавить. Так, здесь Atomy Sales Master. Откуда, да? Диляра у нас, с какой страны можно написать, с какого города? Ну, вот я вижу, что Казахстан. Добавить просто про себя вот здесь вот. Вот, например, Atomy Sales Master, опять слово Atomy, да, повторение у нас, можно убираем. А ранг не всем понятен, кто только знакомится с Atomy, они вообще не знают, что это за ранги и о чем это говорит. Поэтому можно вот про себя написать. Так. Креативно, кстати, вот аватарка красивая. О, красиво, да, прям Диляра вышла на улицу поснимать продукцию на солнышке, кстати. Супер. Так. Единственное, здесь очень много надписей получилось. Мне кажется, вот этот фильтр, он в сторис хорош, а вот когда просто смотришь рил, хочется на чем-нибудь одном заострить внимание, да? Например, на тексте. Опять текст, вот этот, то, что он под углом убираем, ставим ровно и без стольких надписей о томе. Можно другой фильтр поставить, ну, чтобы внимание было на текст. А здесь уже, кстати, писать, что, вот, например, показываем лютеин, писать лютеин, да, для глаз, химохим, химохим для иммунитета. Прямо вот здесь вот на рилс, что это делать. Так, и здесь вот обрезанные, да, получились у нас обложки, тоже над этим нужно поработать. И последний аккаунт. Да, вот где-то здесь изменила, да, поставила Atomy, корейская косметика, витамины, регистрация, бизнес, обучение. Бьем по цели. Ну, отлично, супер. Можно еще дописать. Да, Япония сюда уже не вместится, да? Ну, да, если уже написано, что вот здесь в Токио, то можно, наверное, написать это сюда в поисковик. А фотка класс. Меня зовут Века, живу в Токио, любила корейскую продукцию. Удаление отличное 44. Вот это вот тоже очень личное, да, не все, не каждый сможет, да, там, набраться смелости и рассказать про свой возраст, но когда вы это делаете, это очень круто, потому что, ну, Века, например, на 44 вообще не увидит. Это такой вот сильная, да, сторона.
потому что хоть смотришь на век, то кто-то, кому-то тоже 44, но они не выглядят так, да? И хочется сразу узнать секрет в веке, подписаться и дальше в команду, ну и так далее, да? Снежным комом к вам в команду. Делюсь личным опытом, обзоры. Научу зарабатывать. Вот здесь вот только запятые, да? Запятые можно убрать. Или вот здесь вот поставить пробел. Меня зовут Вега, запятая, пробел, живу в Токио. Делюсь личным опытом. Делаю обзоры, да, здесь то, что в этом смысле идет. Ну, не обязательно. Вот этот вот обзоры можно убрать. Оно так не так понятно, да, что вот здесь вот из ленты будет понятно, что есть обзор. Научу зарабатывать онлайн. Вот это вот классная строчка. Сразу хочется нажать. Как же... Ну, чтобы узнать, как же зарабатывать онлайн. Так, реальность зайти. Единственное, ну, мелковат шрифт. Можно даже еще увеличивать его, чтобы, ну, вот так вот не щуриться, да, особенно у кого плохое зрение, чтобы понять, о чем этот рейт. Вот зимой очень хорошо видно слово, а остальное там про иммунитет нужно прям поближе, да, посмотреть, поэтому увеличиваем заголовки. Очень красивая елочка. Ага, и здесь Вега решила показать масочку, да, но идея рил была 5 секунд. Можно было вот остановиться только на моменте про елку, да? Вот раз, два, три, четыре, пять. Все, рил закончился. А уже в следующем показать отдельно масочку и рассказать про масочку. Но я так понимаю, что ей очень понравилась масочка, она очень хотела ее показать в этом видео. Окей. Супер. Ну, все супер, все отлично. Здесь вот, правда, обложка получилась такая, ну, как много-много-много товаров, да? Вот, в следующий раз, ну, это уже, рилы, кстати, не удаляем, рилы не удаляем, потому что, ну, уже проделана работа, и охваты уменьшаются, когда вы удаляете свой контент. Поэтому оставляем как есть, просто, ну, на заметку, да, себе берем, что хорошо смотрится, что над чем стоит поработать. Здесь вот, ну, как громоздко, вот, я бы это слово использовала, смотрится вот этот кадр, кадр из Рио, да? Угу. Можно вот на вот этом этапе поставить. Ну, правда, опять тоже шрифт мелковат. Можно выбирать обложку из галереи, то есть заранее подготовить обложку тоже в таком длинном формате и написать там мой ежедневный уход, да, и как любимые товары от Томи. Вот. Ну, остальные все хорошо, все супер. Так, Татьяна написала свой аккаунт, ну давайте посмотрим аккаунт, да? Тати Атон. Так, вот так, классные. Тати Атон, да, это для того, чтобы вот запоминаться. Мы вот так и поставили. Сократили имя. Тати Атон. Ну, в принципе, запоминается хорошо. Есть Татьяна Ким. И опять Татьяна Ким, да, повторяемся. Поэтому эту строчку поисковую мы пишем уже, что пишем? Онлайн-бизнес, можно косметика, Атоми можно написать. Ну, в общем, разные, придумайте слова, чтобы в поисковую строчку, чтобы вас искали по этим словам. Дальше, из Питера Вансан Киар. Единственное, я
Читаю, что это ансан, я вижу, что это ансан, но кто не читает по-корейски, они, ну, не смогут это прочитать строчку, поэтому по-русски пишем ансан. Но классная строчка, сразу понятно, да, что Татьяна из Питера, сейчас живет в Корее. Вот короткая строчка, мы сразу говорим о многом. Это класс. Знаю, как 40 плюс выглядит на 30 плюс. Вау, я даже не дала Татьяне 40 плюс, тем более. Поэтому очень круто. На 30 плюс. Даже на 20 плюс, наверное, можно написать. Татьяна выглядит очень мало. Веду онлайн-бизнес по всему миру. Классно, зарабатываю, не выходя из дома. Все супер. Так, отрелся. Ну, здесь текст видно, да, но мне кажется, вот в таком, когда обрамлении, да, еще лучше. Вот тоже здесь не видно на белом фоне, на бежевом фоне белый текст тоже не видно. Поэтому, когда вы берете, выбираете цвет, то смотрите тоже на фон. Вот здесь, кстати, удачный кадр. Я бы тоже выбрала именно ампулу, да? То есть уже не где вы весь набор показали, а вот где начальный, только ампула. И мой топ, который, как мой топ, который останавливает старение кожи. Ага, ну супер. Название, просто то, что белый текст, да, мы меняем. Ну, это на будущее. Какие витамины принимаю, чтобы всегда быть здоровой и молодой. Ну, вообще супер-супер красиво. Вообще фон замечательный вот с этими гирляндами. Очень красиво смотрится. Хочется пересматривать. Так, здесь идеи бюджетных подарков на Новый год. Ох, и еще в конце у нас бустер. Очень красиво. Супер. Тоже, да, текст немножко не видно здесь. Текст делаем либо вот с таким. Вот это со сторис, да? Ну, как в сторис мы делаем. Такой текст. Можно тоже на обложке ставить. И можно делать его разноцветным. Тоже классно смотрится. Так. У меня там имя нужно поменять, но Facebook сказал жать 60 дней. Да, ну это да. Постепенно мы все станем крутыми блогерами. Главное делать это каждый день. И хотела показать вам еще вот такой пост от блогера, которым я, ну, которым я сейчас, у которого учусь. Просто смотря на его работу. Мне очень понравился его пост и история, то, что уже с 21 года, то есть год, да, он ведет, полтора, год, полтора он ведет свой аккаунт. Смотрите, сколько у него постов. 2251. Я веду Инстаграм, ну, мы с Владимиром ведем Инстаграм уже 4 года, но у меня менее 1000 постов. О чем это говорит? То, что он постит рилс и посты каждый день, без пропусков вообще, каждый день. Либо даже по два рилса может загрузить, либо один. Но вот главное, у него регулярность. И благодаря этому смотрите количество подписчиков. У него такой более поле больше полезный, да, контент. Вот посмотрите на то, как он оформляет. Везде разное оформление обложек. То есть сейчас мы не так сильно концентрируемся на том, чтобы все было везде одинаково. Главное, чтобы текст был читабельный и сразу понятно, о чем Reels, да? 21 идея для Reels. 6 танцев для Reels и так далее. Но вот мне понравился вот такой. Кстати, вот про личное тоже, да, обязательно поставьте, запиньте. А пост, где вы пишете про себя, про свою семью, это очень много доверия тоже к вам вызывает. Например, он показал тут свою жену. Кто я? Моя история.
моя семья. Да, то есть это запинить можно. Кто еще не знает, любой пост, любой рил можно запинить у себя, чтобы они были вот так вверху. И потом уже дальше идет лента. И вот этот пост мне очень понравился. Кто не владеет английским, сейчас переведу. Что вы выбираете? В чате напишите, пожалуйста, качество или количество, что касается постов и рилс. Качество или количество, что важно в рилс, Instagram? Качество. Все за качество. Ну, давайте посмотрим ответ у эксперта по Reels. Так. Он пишет. Мне кажется, что большинство людей слишком заморачивается про качество. Есть такое? Качество своих постов или Reels. Многие, большинство людей слишком заморачиваются. То есть вы тратите часы, да, чтобы сделать супер-супер качественный контент, а так получается, что ну, он набирает совсем мало просмотров. А такой вот вы записали быстро на скорую руку рил, и он получил очень крутые охваты. Такое бывает, и такое бывает очень часто. Количество должно быть нашим фокусом, не качество. Почему? Если мы фокусируемся на количестве, мы делаем больше постов, мы растем, и мы больше служим, да, своей аудитории. Если мы только на качестве фокусируемся, мы начинаем перфекционизмом заниматься, это занимает очень много времени и усилий, и мы можем перегореть. И самое главное, что из качества получается качество. Ой, из количества, смотри, из количества получается качество. Из количества. Want to know what I do consistently. Вот что его секрет успеха, это он регулярно делает контент на троечку с плюсом. Между троечкой с плюсом и четверкой. Но я бы так не сказала, да, он очень классно делает контент, но он не делает его идеально. All of my best, самые мои лучшие посты, они были сделаны на скорую руку, в них были ошибки в тексте, они были не идеальными, и они говорили о простых вещах, то есть обучали простым вещам. It's better to share multiple average posts per day than to be stuck in a never-ending cycle. Лучше делать среднего качества посты, но каждый день, чем зацикливаться на идеальных постах. Да? Это паралич идеальных постов он написал. ППП, что ведет к перегоранию. И такой вот от него совет. Пойдет, как пойдет. Вот такое вот интересное мнение от человека, у которого, ну, кто скоро легко, очень легко приблизится к миллионной отметке подписчиков, хотя он начал позже меня делать, вообще, ну, создал свой аккаунт. Так, теперь, хотя говорят, что сделано тройку, надо выкладывать. Точно, да, потому что из количества будет качество, поэтому сидим. Паримся. Есть такое, если не нравится, могу и не доделать. Да. Поэтому нужно делать, чем больше, тем лучше. И у нас набьется рука. То есть мы будем делать каждый раз. Мы просто, когда учимся, мы паримся, да, немножко. Но это нужно пройти через этот трудный момент. Конечно, это важно. Качество тоже важно, но мы к качеству обязательно придем, если есть количество. Поэтому этот челлендж о количестве тоже мы каждый день делаем Reels, каждый день, или пост, да, у нас было одно задание делать пост, потому что, ну, слишком много Reels, тоже в ленте смотрится тяжеловато. Нужно с вот этими постами-каруселями
разнообразить свой контент. Не только Reels популярный, и то он тоже об этом пишет, что посты тоже продвигаются в Instagram. И в постах можно больше рассказать, да, про то, что в Reels, например, нельзя. Да, поэтому вот кто хочет все сделать, ну, кто стопорится на качестве, нужно немножко отпустить этот момент. Даже если вот никому я не сказала, да, что это прям очень плохая работа, так не делаем, да. Ну, не бывает такого, потому что кому-то может понравиться даже вот тот рил, который вам кажется, что он не очень. Все равно оставляем, не удаляйте ни один свой рил. Для истории пусть будет, ну и плюс, чтобы не терять охват. Отлично, идем. У нас еще неделя осталась. Сейчас я загружу еще одно задание. Завтра воскресенье, поэтому оно будет легкое. На следующей неделе я писала, да, что нам понадобится. Это товар один с коробкой. Товар один с коробкой. Там мы будем делать распаковочку. Хема-хим пакетик нам нужно будет. Мы будем с ним танцевать. Что еще? Мы будем делать макияж. А свидание на завтра будет красиво выглядеть и сказать, будет аудит, да, так я буду теперь выглядеть всегда, вот это задание. И вот чтобы сделать это задание, нужно красиво выглядеть, да? Вы будете, скорее всего, делать макияж, возможно, даже макияж с Атоми, уход там с Атоми. Я советую этот момент тоже записать. То есть когда вы краситесь, не упускайте возможность пока, ну, записать себя, пока вы краситесь, потом вы сможете использовать этот контент на Reels. Так, Татьяна пишет, у меня благодаря августовскому челленджу все-таки знаний побольше стало в Reels. Это был значительный толчок. Хотела поблагодарить за все ваши движухи, они действительно дают результат. Спасибо большое, Татьяна. Еще я заказала посылку, до сих пор не открывала, когда будет Reels. Да, на следующей неделе будет. На днях уже будет. Хочется открыть, да? Хорошо, постараюсь в понедельник, чтобы было. Просто я тоже делаю между продуктовыми Reels промежуток, чтобы разнообразный был у нас контент. Рада, что есть результаты, но результаты будут в любом случае, потому что мы работаем. А вообще, как на аккаунты, которые загружают сторис, которые делают регулярный контент, больше подписываются, им больше доверяют, им больше пишут. Почему? Потому что видно, что человек там работает, человек активен, и если ему напишешь, он ответит. Тогда, кстати, когда вы делаете Reels, и вам пишут комментарии, отвечайте на каждый комментарий. Это тоже важный момент, когда человек смотрит, как вы отвечаете, как вы общаетесь с аудиторией. Ну, то есть это все считывается тоже. Поэтому всем молодцы, всем спасибо, что вы с нами. И идем до конца. В конце марафона лучшие, все, кто наберут максимальные баллы, получат у нас подарочки. Это будут боксы, смотря где вы находитесь, да? Но это будут боксы с подарочками. Просто если, например, Турция, мы там, проще будет один, да, набор купить на эту сумму, на сумму бокс. Если в Казахстане соберем прям боксы, отправим, в Корее тоже можем отправить. Ну, в общем, разберемся с подарочками. Главное дойти сейчас до конца. И всем удачи. Хочется каждого из вас обнять. Все такие молодцы, все работаем, не пропускаем. И обязательно будет результат. Да. Главное, после челленджа тоже не расслабляйтесь, продолжайте делать свои рилс. Мы сейчас как бы набиваем такую привычку, дисциплину. Вот этом больше. Не в идеальности постов. Мы можем давать какие-то корректировки, но это не значит, что вы делаете плохо. Все, вы делаете классно. Просто набиваем, да, привычку. Дальше, чтобы
постоянно был контент. Так, спасибо большое за наставничество. Спасибо, Лена. Спасибо за встречу. Привычка дает плоды. Если есть каждый день мотивация к работе. Спасибо, эфир. Спасибо всем большое. Знаю, что у кого-то уже час ночи за полночь. Спасибо, что были со мной. Ну и встретимся в чате. Скоро будет задание. Всем пока-пока.